Всем привет, с вами Диадан, сегодня у нас 17-я серия прохождения Лей Нуар, и мы продолжаем расследование, связанное с убийством 40-летней женщины, на которую напал маньяк, и сейчас мы отправляемся в дом к Джейкобу, ее мужу, и в принципе, это потенциальный подозреваемый, но мне все-таки кажется, что это не он. Квартира Джейкоба Генри. Ладно, Фелпс, врываемся без промедлений. Ага, значит, все серьезно, слушайте. Мой напарник настроен очень серьезно, я могу сказать. Просто зашел. Джейкоб Генри? Да, вы кто такие? Полиция. Вы арестованы за убийство вашей жены, Селин Генри. За убийство, Селин? Приятель, обойдемся без драм. У тебя сейчас проблемы поважнее. Боже мой. Что происходит, черт побери? Вы врываетесь в мой дом, говорите, что Селин... Садитесь, мистер Генри. Что она... Сейчас мы осмотрим дом, а потом побеседуем с вами. Боже, мне так жаль. Да, дружище. А фингал оставлять тебе не было жаль своей жене? Блин. Я бы тебе яйца отстрелил. Так, приятель, мне что-то кажется, что ты из тех, кто ударяется в бега. Не думаю, что это как-то связано с делом. Как Элизан. Лол. Так, ну что у нас здесь... Может происходить? Брэд, хлеб, Брэд Питт. Ты еще не видел газовую камеру. О, круто, слушайте. Блин, слушайте, это так круто. Ребят, реально. Слушайте, жесть. Я никогда такого не видел просто в играх. Это вообще, слушайте. Так круто. Спасибо за предложение, позаботься о моей жене. Записка с угрозами. Слушайте, реально круто. Прямо, я не знаю. Отлично. Ага, значит он в бега тут у нас собирается, да? Ботиночки, рубашечки. А размер ноги, интересно, какой? 45-й размер, значит, это не он. Да. Хотя, пес его знает, но 45-й размер, это тоже очень важно. Значит, он пока что у нас выпадает из потенциального круга. Ну да, ну реально, не стал бы он убивать ее. Но просто логики в этом никакой нет, друзья мои. Да, там они ссорились, они ненавидели друг друга, но убивать жену, это уж как-то... Это как-то слишком, на мой взгляд. Хотя, люди разные бывают. Ну что, дружище, давай тогда поговорим с тобой немного, да? Так. А кто тогда убил Селин? Куда она отправилась вчера вечером? В бар, наверное, я точно не знаю. Хаггис. А, Хаггис. Так, дружок. У нас сложилось впечатление, что Селин любила шикарную жизнь. Так почему она связалась с работягой вроде тебя? А, Селин была одной из первых женщин-пилотов. Она общалась с кинозвездами и королевскими особами. Но потом разорилась, приехала сюда. И вышла замуж за механика, который дал ей кусок хлеба и крышу над головой. У тебя уже мойкая ароматика, это все, что я мог ей дать. Но я этого не стыжусь. Так, понятно. Мистер Генри, когда вы последний раз видели свою жену? А вчера вечером я навестил ее, мы поговорили и немного поругались. Да уж, немного. Потом я ушел. Но тут он прав, в принципе-то. Вы не помните, когда в последний раз видели свою жену Послушайте, извините, я ушел где-то около 9 вечера, а может чуть позже. Понятно, мотив убийства. Почему ты убил ее, Джейкоб? Признайся, и тебе сразу станет легче. Нормально. Какая мерзость. Я никогда не предавал свою жену.
конечно, я им поверю. Вы с женой расстались, вы с ней скандалили. Я не мог дать ей то, что ей было нужно. Она разочаровалась в жизни. Понятно. А, вот значит. Я опять ошибся, блин. Значит, ты можешь доказать, что вернулся сюда сразу после визита к жене? Я вернулся сюда и пробыл здесь всю ночь. В 6:30 начинается моя смена. Я не очень любил ходить по барам. Нет, сомнения. Значит, пока ты спал в своей постельке, кто-то проламывал твоей жене череп? И это все, что ты можешь сказать? А, поговорите с... О! Ага. Он подтвердит, что звонил сюда вчера и что я взял трубку. Мистер Генри, вам придется поехать с нами. Джейкоб, мы можем оформить признание о том, как тебе надоела жена. От всех своих проблем. Я убил свою жену? Она была пьяней вертихвосткой, и в один прекрасный день тебе это надоело. Заткнись, сволочь. Значит, теперь ты расскажешь мне, как сильно ее любил? Окружной прокурор обожает раскаявшихся преступников. На нафиг. Но, брать меня. Стой, 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 брат, брат, ты че, ты че, ты че, ты че? Потише, потише, потише. Я же мент, ты че? Я понимаю, ты там механик, все дела, жена. Ля-ля-ля, тополя. Слушай, у меня же есть пистолет, мать твою. Я тебя сейчас захвачу. Хаггис, блин. Козел. Так, сейчас, ребята, один момент. Ну что, звякаем в полицию. Так, блин, а где телефон? Фелпс, жетон 1247. Чем могу помочь, детектив? Мне нужна машина для транспортировки подозреваемого. Да, детектив. Коронер остановил вам сообщение. Хотите, чтобы я вас соединила? Да, мэм. Каразерс. Это Фелпс. Я только что закончил скрытие. На голове несколько ран, нанесенных тупым предметом. Больше всего этот предмет похож на ручку торцевого гаечного ключа. Значит, причина смерти... Нет, удивительно, но эти удары... Причиной смерти стал потеря крови и шок, вызванный переломом и другими травмами. Ее затоптали до смерти. Это все? Это какой-то извращенец. Ткани прямой кишки повреждены примерно... Ой, спасибо, док. Оператор, соединить с полицейским архивом. Чей-нибудь владелец? Yes, detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonso Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Да. Так, ну этого парня мы отправляем в тюряшку. Просто, я не знаю, он так тупанул. Или нервы у него сорвались, или еще что-то. Я не знаю, если честно. Так, блин, я нажимаю на F и думаю, почему я не могу сесть в машину. Так, ну что, куда отправляемся? Клуб Бамба. Поехали. Ну что, напарник? Каразерс говорит, что кто-то сделал из нее котлету. Ему нужно было с самого начала быть потверже, тогда бы всего этого не было. Не на таких неандертальцах, как ты, дамочки, наверное, так и вешаются. Женщины от меня без ума. Я человек простой, так что они меня насквозь видят и знают, что не ошиблись. Да, красавчик. Так, куда мы едем?
Надо нам, наверное, доехать до... Ну, по третьей едем, да? А потом переместимся туда. Да, ну... Не, ну мышь реально не виноват, как по мне. Потому что, ну реально, нет никакой логики. Угол 7-й лиф, ограбление, перестрелка. Так, поворачиваем налево. Ну и едем прямо. Ребят, скажу вам честно, просто девушке пишу, и поэтому вообще не смотрел на дорогу. Блин, крайне забавно. Ладно, едем прямо. Вообще, кстати, движение очень плотное для тех времен. Мне казалось, что раньше машин было не так уж и много. Видали? Вот это... Вы видали просто какой мастер? Мастер? Да, я шучу. Прямо вообще. И смотрите, сейчас будет какой поворот. Вообще прямо. Прямо шик. Шик и великолепие, а? Слушайте, а как мотор урчит. Вообще крутота. Ну что, побежали дальше? Так, клуб Бамба. Где бармен? Бармен. Но так я ничем не могу вам помочь. Стоп, еще я сюда приехал. Стоп, 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 стоп. Или с этим поговорить опять? Отлично. У жертвы украдено кольцо. Кто-то сорвал с пальца миссис Генри кольцо, но не обручальное. Селин всегда носила кольцо с красным гранатом, большим гранатом. И исключительным, как и сама Селин. Это кольцо давно у нее было? Давно, еще с тех пор, когда она была пилотом. Ее купил ее муж? Нет, кольцо появилось еще до него. Ага. По-моему, он врет. Я думаю, что вам известно, откуда взялось это кольцо. И сейчас вы мне об этом расскажете. Ну ладно, это кольцо купил я, много лет назад. В те годы я был без ума от Селин. Да, наверное, и потом тоже. Ее муженек ничего про это не знал. Отлично. Слушайте, ну с этим парнем мы отработали вообще... Вообще на 100%. Узнали от него все, что надо. Вот мужиков реально проще читать, чем женщин. Ну, во всяком случае, в этой игре. Так, что теперь? Места. Квартира Мендеса. Алонсо Мендес. Мендес. Ну что, побежали? Тачка наша, конечно же, в хлам уже. Раздолбана. Ну, погнали. Вообще нормально. Слушайте, у меня тачка-то жива еще? Да-да-да, пока что нормально все. Блин, интересно, на трамвае можно покататься? Так, понятно. Слушайте, похоже, что скоро я останусь вообще без машины. Ибо как я с ней обращаюсь, это не очень хорошо. Уч! Нифига себе. Нормально. Вообще отлично. Слушайте, мы каким-то образом еще едем. Черт, черт, ребята, извините, что-то я вообще сегодня разошелся. Чуть всех жителей не попереубивал. Представляю, какой я урон нанес уже городскому бюджету. Ну, я думаю, ребята простят, все-таки у нас тяжелая работа, там напряжение, все дела и куча байда. Поэтому я имею небольшое право.
Почему-то напарник мой молчит. А вот, похоже на человека, который вчера подрабатывает оборотнем. С ним я бы дочь на свидание не отпустил. У тебя есть дочь? Коул, если долго пить, то потом, когда протрезвеешь, тебя будет ждать множество неприятных сюрпризов. Так вот, почему ты не просыхаешь. Именно. Так. Ну. Слушайте, что-то походу я сейчас без тачки останусь. Я не знаю, то ли я в текстурах застрял, то ли еще что-то. Давай, родной, двигайся. Давайте выйдем. Даже дверь открыл, которая не существует. Нет, надо тачку определенно менять. Так, дружик, дружок, мне нужна твоя машина и твоя одежда. Пошла нафиг отсюда. О, какая машина-то, о, крутая машина. Правда, водитель у нее не очень. Так, ну что ж, приехали мы к квартире Мендеса. Двенадцать дней. Так, и сейчас посмотрим на номер квартиры. Должно быть у нас написано. Мендес, да, 16-я. Опять какой-то мексикашка. Вот мне не нравятся мексикашки, они все время какую-то фигню творят в американских играх. Ну что, побежали наверх? 16-я квартира, это 4-й этаж. Вообще, самый-самый высокий, так далеко. Блин, ну какой же все-таки в игре потрясающий мир. Это прекрасно. Вышибаем двери все. На нафиг. Ну, где ты? Осмотреть тут. Вдруг найдешь что-нибудь? Так, может он в туалете? Нет. Оу. Ну вот и все понятно. Совпадает с типом травм, полученных селин, а группу крови можно определить. Ну, явно он не свинюшек забивал. Батарейка. А, губная помада. Да, точно. Ну все, ребят, это уж понятно, я думаю. Каразер смог бы сопоставить цвет марку с надписью на теле женщины. Да, черт, чувак, гаечный ключ, куча крови и помада. Неужели непонятно, что это именно он замочил? Это орудие убийства, пора вызывать Пинкера. Почему убийца его не выбросил? Думаешь, эти ребята сплошь гении? Радуйся, что раскрыл дело, теперь капитан Доннелли тебя полюбит. Эй, что за дела? Полиция, вы арестованы? Ну, естественно, сразу бежать надо. Не упусти его, я бегу за тачкой. Так, дружище. Неужели ты подумал, тот нигер от меня пытался убежать. Теперь ты, вот все вы мексикашки и вообще такие. Дружок, ты не понимаешь, что это бессмысленно? Что за тобой гонится, мать его, лучший парень Нью-Йорка. Ты видал, как я могу, а? И вот так могу. Я, мать его, Спайдермен. Вау. А рукам типа не больно, да? Я представляю, там бы в кровь содралось бы все. Так, прыгай за руль. Давай, родной. Садимся. И погнали. Сейчас будем догонять его. Так, дружочек у нас направо поворачивает, да? Мендес. Я говорю, все мексикашки, все нигеры такие. Черт бы его побрал, а? Надеюсь, меня не смотрят мексиканцы и нигеры. Да я шучу, ребят, я, естественно, не обладаю никакими там российскими, националистическими.
sleep on it. Give me back and close. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Окей. Так, ну ладно, друзья, мы, наверное, погоню продолжим уже в следующей серии. С вами был Диодан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, ждите новых серий. Всем добра, удачи, любите своих жен и пока-пока.